Вопросов, что в первую очередь там поставить, кафе или турники с брусьями, теперь быть не должно. Об этом во время круглого стола по развитию детского спорта сказал Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул, что именно развитие массового спорта позволит в будущем добиваться успехов и в спорте высоких достижений. В районах самое простое, это на самом деле в парках отдать уголочки или даже площадки не под кафе и ресторанчиков, где уже достаточно их в наших парках, а под воркаут-площадки. Это недорогое удовольствие, по большому счету. Но оно однозначно притянет к себе мальчишек и девчонок. Да просто мы их с улиц оттянем, и то уже будет хорошо. Сегодня надо чуть-чуть вместе всем переформатировать отношения и понимание спорта. Это не просто вывеска «детский спорт», «доступный спорт». Это спорт, который вокруг нас. Это спорт пешей доступности. Вот ты идешь, и все. Ребенок должен понимать, что он пешком дойдет до, я говорю, или до воркаут-площадки, там, или экстрим-площадки. Вениамин Кондратьев также наградил победителя фестиваля дворовых видов спорта, который проходил в Кубанском государственном университете. Команды из школьников до 15 лет соревновались в нескольких видах – мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика и сдача комплекса ГТО. Лучшие получили кубки и дипломы из рук главы региона и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.